чем отличие? Отличие колоссальное. Тут же никто никого не убивает. Здесь принцип договоренности существует. Это азиатский принцип. Если самурай дал слово и не сдержал его, он сделает себе харакири. Потому что это азиатский принцип мышления. И у нас в стране точно так же. Порой документы, бумаги не значат ничего. Если ты договариваешься с человеком за стопариком водки о каких-то вещах, то это оказывается значительно важнее для всего твоего бизнеса, чем все подписанные документы с другими партнерами. Потому что они могут быть не выполнены. А то, что ты не сделаешь, сказав, тем более в присутствии двух-трех человек-свидетелей, по нормальному принципу бизнес-логики российской и бизнес-этики российской, это оказывается значительно важнее, чем любые европейские контракты на 150 страницах. И команда юристов, которая стоит, там 100 человек за тобой.